Гадание на кофейной гуще, карты Таро, матрица души, как увидеть свою прошлую жизнь, отвороты, привороты, заговоры на беременность. Серьезно, каких предложений мне только не поступает в директ. С одной стороны, это, конечно, все очень любопытно. Иногда так хочется узнать свое будущее, но с другой, стоит ли доверять остаткам кофе в чашке или комбинации карт? Но есть все-таки три темы, которые меня действительно интересуют. Как с помощью транса узнать свою прошлую жизнь, что такое метафорические карты и зачем по всему миру люди выкладывают загадочные лабиринты. Это программа «Соня может». И сегодня будет много экспериментов с моим подсознанием. Ой, я забыла сказать. Всем приветики! Первое, с чем мы познакомимся, это регрессология. С латинского «регрессия» означает «обратное движение», «возвращение». Вы испытывали когда-нибудь состояние, когда впервые видишь человека, но кажется, как будто знаешь его всю жизнь? Или, например, чувствовали связь с каким-либо местом? Вы ни разу там не были, но когда прилетаете, вас не покидает ощущение, что вы дома. Уверена, многие из вас понимают, о чем я говорю. Есть теория, что душа помнит места, в которых уже жила, и тех людей, кто был ей дорог в предыдущих жизнях. Сеанс регрессологии позволяет увидеть одну из своих прошлых жизней. Сегодня я решила проверить это на себе. Очередной эксперимент над собой. Скажу честно, мне сегодня волнительно. Ну, во-первых, меня никогда не водили в транс, и я не знаю, что это такое. Ну, а во-вторых, вдруг окажется, что в прошлой жизни я была плохим человеком. И мне же потом жить с этой информацией. Я нашла регрессолога в Барнауле. Знакомьтесь, Анастасия Аникина. Настя, ты человек творческий, я тебя вообще знаю как фотографа, а плюс ты еще переводчик, переводишь с китайского языка на русский. Как так произошло, что тебя занесло в такую очень серьезную и необычную тему? Это желание было во мне давно, это была, наверное, давняя мечта моя, может быть, с самого детства, заниматься именно вот чем-то подобным. Но в России не было на тот момент регрессологии, а сейчас она достаточно активно распространяется, развивается, и в России уже достаточно большой круг регрессологов, и, соответственно, началось обучение. Вот смотри, ты сказала, что ты прошла обучение, то есть, получается, абсолютно любой человек может стать регрессологом? Отучиться может любой, но суметь почувствовать какие-то моменты, куда правильно повести человека, как задать вопрос, куда копнуть поглубже, чтобы достать именно ту информацию, которую человеку нужно получить, это может не каждый. То есть ты, получается, как проводник между вот человеком, да, клиентом, который к тебе пришел на сеанс, и духовным миром? Я его веду. Идет он сам, но я ему помогаю на этом пути. И я провожу его по его прошлой жизни. Человек смотрит все сам, видит и ощущает все сам. Я за него ничего не делаю. У меня какой главный страх? Я с тобой поделюсь. А вдруг я была, не знаю, там, преступником, убийцей, маньяком в прошлой жизни? Ну, мало ли, да? Я в этом сомневаюсь, мне кажется, что, наверное, нет. Мне кажется, я все-таки была очень хорошим божьим одуванчиком. Или, допустим, знаешь, меня пугает, а вдруг я увижу какую-то свою смерть страшную, и вот я испугаюсь. Были у тебя такие случаи, вот что человек там вообще испугался и ушел в таком состоянии? Предположим, что ты уже воплощалась множество раз, и ты могла быть в абсолютно разных ролях. Ты могла быть и плохой, и хорошей. Ты могла быть и убийцей, и тем, кого убивают, конечно. И у души множество самых разных смертей. Сколько жизней, столько и смертей. Мы никуда не денемся от смерти, все это понимаем. Каждый человек рождается, и каждый умирает. Но душа не умирает. Она вечна. Да, она не умирает, и для нее жизнь – это как очередное приключение.
Если вы решитесь пойти на сеанс регрессологии, то вот спойлер. Сначала предстоит разговор с мастером. Важно понимать, для чего вы это делаете и на какие вопросы хотите получить ответы. Затем следует сам сеанс. Вам предложат прилечь, расслабиться и, постепенно слушая мастера, погрузиться в транс, где и будет происходить переход в глубину подсознания. Так, включаем диктофон. А то вдруг я чего интересного скажу в трансе, да? Да. Так, Андрей, если буду сильно храпеть в трансе, ты меня буди. А то сейчас как провалюсь в сон. Перепутаю с трансом. Так, ну все, я пошла в транс. Не теряйте. Есть мнение, что подсознание помнит и знает все. В нем есть все ответы на наши вопросы. Когда вы погрузитесь в состояние транса, вы увидите одно из своих предыдущих воплощений. Сейчас это звучит очень странно, понимаю, но от этого еще интереснее. Это очень схоже с медитацией. Расслабляющая музыка, спокойный голос Анастасии. Моя задача – ровно дышать, максимально расслабиться и постараться отключить мозг. Это состояние можно сравнить с переходом в сон. Ты очень расслаблен, но слышишь, что происходит вокруг. У меня было ощущение, как будто я смотрю кино, в конце которого выпал титр «Продолжение следует». Ну что, друзья, вы готовы узнать, кем я была в прошлой жизни? Ну что получается, что в прошлой жизни я была монахом, жила в Азии, жила в храме, служила в храме, познавала мир, медитировала. Короче, я была в буддизме. Вот, и у меня были ученики. Короче, я была монахом. Я была, естественно, мужчиной. Капитан Очевидность. Расслабилась? Ты знаешь, поначалу меня так вырубило, что мне даже стало как-то не по себе. В один момент мне стало немножечко страшновато. Я прям очень сильно провалилась. И я начала себя даже немножечко, знаешь, из этого состояния поднимать, потому что я немножечко испугалась, но вот этого состояния глубина. Очень глубоко, да. И у тебя еще голос такой спокойный, такой умиротворяющий. И он меня прям вот так вот. Интересно. Правда, очень интересно, необычно. Но мне кажется, мне надо еще немножечко это все в себе, знаешь, как-то переварить, осознать. Просто, может быть, посидеть, конечно, полежать. Ты еще минут 20 будешь в трансе. Ох, я не знаю. Возможно, это просто результат моей фантазии или отголоски жизни в Таиланде, где я жила несколько лет рядом с храмом и любила туда ходить. Возможно, мой мозг просто выдал картинки из периода моей нынешней жизни, где мне было хорошо. А возможно, я действительно вошла в транс и увидела свою прошлую жизнь. Жаль, что этого никак не проверить. Спасибо. Вот, вот почему я всегда делаю вот так. Я всегда делаю вот так, когда говорю спасибо. Всегда. Может, из прошлой жизни? Да. Доля скептицизма во мне все же осталась, но это был очень интересный опыт. Еще один инструмент покопаться в подсознании – метафорические карты. Испытать их механику на себе я отправилась на консультацию к психологу Евгении Ивановой. Жень, прежде чем к тебе прийти на консультацию, я провела небольшой соцопрос среди своих коллег и друзей, как они относятся к метафорическим картам. И большинство людей связали их именно, знаешь, с какой-то магией, эзотерикой. Вот ты подтвердишь это мнение или опровергнешь? Я, наверное, скорее всего, его опровергну, потому что вообще метафорические карты – это один из инструментов психологии. Психология – это наука. Начнем с этого, да? И карты, они не гадают. Они работают с подсознанием. И благодаря картам невидимая картина из подсознания становится явной. То есть, в принципе, в нас есть вообще все. И то, что у нас есть внутри, отражает нас внешне. Соответственно, если с нами что-то происходит внешне, это какой-то наш внутренний процесс.
И для того, чтобы понять этот внутренний процесс, карты помогают. И, в принципе, подсознание, оно занимает, допустим, 80-90%. Угу. А осознанно мы всего лишь 10% видим. Мне кажется, и то меньше. И то меньше, да. И для того, чтобы понять, почему и для чего эта ситуация, ну, как бы происходит, зачем подсознание ее делает. Допустим, человек начинает болеть. Угу. И это может делать подсознание, потому что в этой позиции он такой слабый, он может попросить помощи. Он, допустим, не может хочет... быть, ему не хватает заботы. Ему, да, не хватает заботы, ему не нравится эта работа. Угу. И подсознание придумало, что оно так будет решать этот вопрос. Получается, что работа с метафорическими картами – это работа в первую очередь с нашим подсознанием, и все ответы, вообще все, они в нашем подсознании. Вообще правильно? У нас есть все ответы. Так, что меня сегодня ждет? Тебя сегодня ждет работа с твоим запросом, потому что карты, они, говорю, это не гадальные инструменты, и важно подходить с каким-то осознанным, действительно волнующим тебя вопросом. Мне кажется, вообще, в принципе, всех людей в этом мире заботят только три такие глобальные сферы. Это личная жизнь, отношения мужчина-женщина, это, конечно же, финансы, работа, самореализация, и третье – это здоровье. Вот я думаю, что, может быть, мы по ним и пробежимся? Давай. Давай. Да, начнем с чего? Начнем, ну, конечно же, с отношений. Да, эта тема такая... Эта тема волнует, да, господи, до 100% людей планеты. Так, ну хорошо, давай, берем личную жизнь. Мою, естественно. Все на мне сегодня. Отрабатываем. Все проверяю на себе, как обычно. Итак, с чего начинаем? Ну, а что ты хочешь там? А, что я хочу? Да. Так, ну давай спросим у моего подсознания, может быть, почему у меня нету семьи, детей? Левой рукой, потому что она больше связана с подсознанием. Ты берешь любую карту. Любую карту. Да, мы поиграем сегодня в закрытую. Есть варианты, когда в открытую карту берутся. Есть закрытую, есть разные. Типа, кого ты переворачиваешь? Почему мне трудно переходить от решения к действию? Это вопрос. Да, ты кладешь вопрос, и сейчас мы задаем вопрос еще про что это. Конкретно для тебя левой тоже рукой, левой рукой. Тоже любую, да? Любую карту, да. Так. Девушка, уверенная в себе, с кинжалом. Давай. Похожа на меня. И вот теперь начинается самое интересное – работа с подсознанием. На метафорических картах может быть изображено все, что угодно. Люди, пейзажи, животные, сказочные персонажи, абстракция – абсолютно разные по стилю и содержанию картинки, иногда подкрепленные фразами. И здесь очень важно отследить, какие эмоции вызывает у тебя вытянутая карта. Ты начинаешь сопоставлять картинку с собой, проводить аналогии. В этот момент мозг начинает работать, и ты сам, слушая наводящие вопросы психолога, отвечаешь на свои вопросы. Действительно, никакой магии. Психология в чистом виде. Картинка дает возможность более четко зайти, ой, что-то увидеть. Я не понимаю, о чем эта карта. Это хорошо. Это какие-то судьи, точно, это судьи. Смотри, в мантиях, здесь вот молоток вот этот. Важно просто вынести, начать наблюдать это, видеть. А потом уже, когда начнешь что-то видеть, как это в твоей жизни происходит, ты сможешь потихоньку менять. Потому что изменить сразу вот так вот, это нереально. Это иллюзия. Жень, я заметила, что в последнее время работа с метафорическими картами стала, ну, как-то очень популярна. Вот с чем это связано, как ты думаешь? Мне вообще кажется, это связано с тем, что люди начали изучать больше внутренний мир, психологию, им стало это интересно. А карты, они такой имеют маленько игровой формат, красочный, яркий, несложный, да, там ты не приходишь на консультации, тебе там не надо что-то там вот сидеть и упорно работать. И вообще сейчас такие направления, как трансформационные игры, метафорические карты, за счет этой простоты своей, красочности, яркости, некой такой даже игры, они становятся популярными. И вообще здорово, что сейчас люди начали больше внутренне изучать себя, свой внутренний мир, почему, что, как происходит. Теперь я с уверенностью могу сказать, работа с метафорическими картами – это точно не пустая трата времени. Лично у меня после консультации свет пролился на многие моменты. Для того, чтобы выяснить, зачем люди посещают места силы и как они на них влияют, нам пришлось встать в 6 утра и отправиться в Горный Алтай. Друзья, нам с вами сегодня выпала уникальная возможность
пообщаться с руководителем экспедиционного отряда уфологов. А напомню вам, что уфологи – это люди, которые занимаются паранормальными явлениями, поэтому сейчас будет, очень интересно. Татьяна Георгиевна Павлова. Руководитель Центра психофизической коррекции, мастер рейки, специалист по нейрографике, парапсихолог и проводник в местах силы. Что значит место силы и как его можно определить, по каким параметрам? То есть охарактеризовать. Да. Вот почему именно эта поляна у нас место силы? Потому что мы ее тестировали, наша уфологическая организация в Барнауле приезжала сюда, проверяла. Мы делаем метод радиостезии, то есть это или маятники, или рамки. Mm-hmm. Можно прибором, конечно. Проверено здесь полностью, почти все было у нас. И нашли место, то место, при котором человек себя чувствует или комфортно, или не очень комфортно. То есть ему это нравится, и он себя располагает, и расслабляется, отдыхает. Или наоборот, он что-то чувствует в себе, что что-то у него пробуждается, но пока не понимая как. Когда вскрываются внутренние процессы, вот и в этом месте, именно только в этом месте. То есть, в принципе, тут может быть и плохо. Однозначно. Мы находимся в парке каменных лабиринтов. Данные лабиринты рукотворны и выложены они в 2015 году под руководством российского ученого Вячеслава Токарева, президента Международного общественного научно-исследовательского движения «Наследие Арктиды», доктора технических наук и члена Русского географического общества. Многие исследователи считают лабиринты магическим инструментом шаманов и жрецов при проведении обрядов и ритуалов. Своими корнями лабиринты уходят в эпоху неолита. Это шестое первое тысячелетие до нашей эры. Многим лабиринтам на нашей планете тысячи лет. До сих пор люди находят древние каменные формулы в разных уголках света. Считалось, что лабиринты обладают магическим воздействием на жизненные события. Назначение лабиринтов – трансформация человека, помощь в достижении цели и решении каких-либо задач. Когда ты приезжаешь сюда с определенными проблемами, то, естественно, вот это само состояние, сами лабиринты, само место на тебя влияет. И оно влияет не всегда позитивно, потому что эту проблему надо сначала тебе ее вскрыть, а вскрывание, оно не всегда бывает, да, оно не всегда бывает комфортно. А потом ее восстановить и сделать правильно, когда тебе после этого разрешается, тебе очень комфортно и хорошо. Каждый лабиринт имеет свое предназначение. Какую сферу своей жизни вы хотите подтянуть, такой лабиринт вам и стоит пройти. Например, лабиринт любви гармонизирует и выравнивает внутреннее состояние человека. Лабиринт крепость отвечает за связь с родом. Прохождение этого лабиринта способствует обретению силы для решения важных задач. Колесо воина способствует успеху в делах и бизнесе. Женский лабиринт «Великая Матерь» благотворно влияет на внутреннее состояние женщины, оказывает помощь во всем, с чем связано женское материнское начало. Жреческий или по-другому творческий лабиринт способствует реализации творческих проектов, помогает в поисках нестандартных решений и дает начало положительным изменениям в жизни. Как вы уже поняли, прежним человеком после прохождения лабиринтов я уже не буду. Все эти лабиринты – это взаимоотношения с людьми, взаимоотношения с природой, взаимоотношения на работе. Это все решается здесь. Угу. Здоровье – это однозначно здесь. Перед тем, как мы… Да, всем же интересно, как влияет на меня этот лабиринт. Мы обязательно делаем тестирование, да, чуть-чуть пониже. Вот сейчас мы перед тем, как войти, я проверяю, да, энергопотенциал. Это мы проверяем мою энергопотенциал. Да. Вот на данный момент времени. То есть смотрим по ладошке и запоминаем, как он крутится. Мы да? смотрим, какой диаметр. Диаметр, да, вот кружочек ладошки, да? Все запомнили этот кружочек? Вот так вот, да. Теперь мы пойдем по лабиринту и опять... Потом проверим, протестируем. И прежде чем сюда зайти, в голове должна сформировать свое намерение. Да, для чего я сюда иду? Я должна его говорить вслух или нет? Как хотите, это ваше намерение. То есть, в принципе, я могу оставить его у себя внутри. Конечно, внутри, да. Лабиринты обладают свойством многократно усиливать все, о чем мы думаем. Поэтому заходить в лабиринты нужно с чистыми, добрыми намерениями. Очень важно при прохождении лабиринта концентрировать свое внимание на желаемом будущем во благо себе и своим близким. В каждом лабиринте у нас есть вот такое сооружение, это там, откуда начиналось строение лабиринта. Мы его называем, это огонь, да, это как в сказке. Это центр лабиринта. Это центр лабиринта, да. Сердце, ядро. Сердце, ядро, как угодно. Это твое внутреннее состояние. Ага. Это внутри. Вот это есть та тайна,
которая заложена, которая активирует весь наш лабиринт, его предназначение. Всегда есть центр, откуда он строился. Так, друзья, сегодня из 5 лабиринтов я прошла 3. Вселенская любовь, путь воина и лабиринт, посвященный творчеству. Что я хочу сказать? Когда я только зашла в лабиринт, сделала первый круг, второй круг, у меня была прям усталость. Ну, знаете, думаю, блин, ну сколько еще тут ходить? И кажется, он такой длинный на самом деле. Вот на него смотришь, кажется, быстренько сейчас пробежишь. Но нет, когда в него заходишь, начинаешь нарезать эти круги, прям, знаете, нормальная такая физическая нагрузочка. Но потом у меня случился прилив сил. И мне, честно сказать, вот сейчас даже не хочется отсюда уходить. Я бы с удовольствием прошла все эти лабиринты, но Татьяна Георгиевна сказала, что для первого раза на сегодня 3 лабиринта для меня более чем достаточно. Кстати, намотала я здесь 8000 шагов. Ну а теперь пора измерить мой энергопотенциал. Итак, я прошла 3 лабиринта, давайте измерять. Давайте, мы то есть прошли, да, вселенская любовь, мы взяли путь воина и жреческий, да? И давай посмотрим, какой сейчас у нас энергопотенциал на данный момент времени, после того, как мы прошли все эти 3 лабиринта. Угу. Молодец. Видишь, как здорово, да? Друзья, вы помните, когда первый раз меня Татьяна Георгиевна тестировала, да, этот маятник, буквально диаметр был, ну, 2 сантиметра. 2 сантиметра, да, отсюда. И смотрите, какая как сейчас окружность. Да, это вот, говорят... Сколько дней у меня будет сохраняться этот потенциал? Ну, у всех по-разному. Во-первых, если ты не вот сейчас не расплескаешь то состояние, которое ты здесь приобрела, вот тут... воздух, вот это солнышко, вот это полет, который тебе несли твои ноги, да? Будет долго. Будет долго. Просто сохранить его надо. Вот это новое, которое сейчас у тебя появилось, да? Новое зарождение. А как его не расплескать? Что мне не попробуйте нужно делать? Попробуйте не реагировать на неприятности, которые происходят у нас в окружающей среде. То есть сохранить внутреннее состояние спокойствие, умиротворение, радость. Просто радоваться жизни надо. И все. И тогда будет просто прекрасно. Это я могу. И поэтому это будет долго держаться, да? Но как только что-то нет, можно снова приехать сюда, на эти лабиринты. И зарядиться. Хорошо. Конечно. Спасибо этого большое. Спасибо. Я благодарна вам огромное спасибо. Входить в лабиринт или нет, решать вам. Но если вошли, то путь только один. Вперед! С чистыми мыслями и верой в себя, пока не достигнете цели. Я сегодня невероятно счастлива, что мне удалось прикоснуться к теме лабиринтов. Что касается моего самочувствия, я точно могу сказать, что прилив силы и энергии на данный момент у меня есть. Ну а как в дальнейшем изменится моя жизнь благодаря лабиринтам, время покажет. Студия растяжки и танцев «Крылья» приглашает женщин окунуться в мир красоты и здоровья. Йога, бачата, стрип-пластика, стретчинг, а также тренинги и семинары. Студия «Крылья» – это не просто тренировки, это пространство для женского развития. Работа с психологом, трансформационные игры, славянская гимнастика. Быть женственной, привлекательной и счастливой – это навык. Давайте развивать его вместе. Присоединяйтесь. Окрыленных женщин должно быть больше. Mm-hmm.